Сначала обворовал, затем задушил. Так поступил со своим соседом житель Барышского района. Как следует из дела судебного разбирательства, 41-летний мужчина шел грабить своего пожилого соседа намеренно. В маске и перчатках, надеясь на конфиденциальность, ворвался в дом, стал угрожать, выманивать деньги и ценные вещи. Пенсионер, опасаясь за свою жизнь, передал своему убийце 2000 рублей и телефон. Но грабителю этого оказалось мало. Недолго думая, он решил задушить своего 81-летнего соседа руками. После положил труп на диван и ушел. В последующем о преступлении рассказал друзьям. В ходе судебного заседания подсудимый вину признал полностью. Были также исследованы иные исчерпывающие доказательства, подтверждающие его виновность, а именно показания свидетелей. Это лица, которым он впоследствии рассказал о совершенном им преступлении, то есть при распитии спиртных напитков. Также были исследованы письменный материал уголовного дела, а именно протокол осмотра места происшествия, следственный эксперимент с его участием, где он наглядно продемонстрировал, каким образом он совершал данное преступление на манекене. Районный суд признал жителя Барышского района виновным и назначил наказание 12,5 лет тюрьмы в колонии особого режима за насильственный грабеж и умышленное убийство. Ранее преступник уже был судим. Не согласившись с суровым, по его мнению, наказанием, убийца подал апелляцию. Однако областной суд жалобу не удовлетворил. Приговор вступил в законную силу. Рената Лиулова, Геннадий Бухтаяров, Улправда ТВ.